Приветствую, дорогие! Ну а в этом выпуске я хотел бы вернуться к съемкам 9 сезона и рассказать о последних таких событиях, что видели спойлерщики на площадке. Надо сказать, что все еще очень мало что понятно, но все равно какие-то грани прорисовываются. Например, съемочная команда все так же придерживается правила тратить на съемки одного эпизода 2 недели. Я помню, как меня позабавили уже знаменитые съемки в городе, где все наши подопечные выглядели, мягко скажем, нелепо на своих лошадях и упряжках. Кстати, посмотреть тот мой обзор можно, перейдя по ссылке в описании и на экране. К сожалению, у спойлерщиков, в принципе, мало данных о цели этого великого похода. Известно лишь, что в городе группа придет в здание Капитолия, что известно точно. Это очень пафосное здание изнутри с большими картинами, чем-то напоминает музей. Что известно точно, и что смешно, что из этого здания Рик и Дэрил зачем-то тащили лодку по лестнице откуда-то сверху. Также я помню, что меня удивило очень, что на всех тех старых фото не было замечено ни одного ходячего. Так вот, ходячие все же появились, но уже на следующий день съемок, и как бы незаметно в этот же день убавилась одна повозка. Спойлерщики не уточнили, чья точно повозка исчезла, но методом исключения предположу, что повозка таки Габи и Джадис. Дело в том, что в этот день она передвигалась на лошади. Я думаю, что продюсеры не упустят такую возможность не закосплеить смерть лошади Рика из первого сезона и здесь. Тем более, снова съемки в городе. Спойлерщики думают, что так снимали аж 2 дня сцену пробивки себе дороги нашей команды через ходячих как раз до Капитолия. Вопрос только зачем, пока открыт. Предположу, что группы решили провести разведку шире своего обычного ареала, чтобы, может быть, найти топливо для машин. На лошадках все же не так удобно кататься, как на машинках. В втором эпизоде съемок неизвестно вообще почти ничего, потому что преимущественно съемки велись в студии. Скорее всего, в нем уже будет меньше сцен в городе или их не будет совсем. Съемки в Александрии были под вопросом, потому что в эти дни шел проливной дождь. Говорят также, что какая-то активность была на мосту в Гриффине, под которым в прошлом сезоне Дэрил проводил александрийцев Хиллтоп. Зато был слух, что кто-то заметил таки Нигана в Александрии, но ничего подтверждающего предоставлено не было. А вот насчет того, что будет уже в третьей серии, наши дорогие спойлерщики позаботились получше. Съемки начались каких-то пару дней назад, и уже есть довольно любопытные данные. Да, админ сообщества предупреждает, что стоит крайне осторожно относиться к этим фактам, потому что все еще может измениться, а сцены в принципе могут вырезать за ненадобностью. Такое уже бывало. Скорее всего, Рик, несмотря на всеобщую радость соединения в финале 8 сезона, все же не будет до конца доверять спасителям. Поэтому он заберет у них все оружие. Возможно, из-за этого часть из них уйдет в знак протеста за пределы святилища и будут жить в лагере, и там же у них начнется мысленный процесс, как им поступить дальше. И вот дальше начнется все самое интересное. Кто-то, мы не знаем кто, будет похищать спасителей один за другим, а затем убивать, о боги. Пока убивают только спасителей, живущих за пределами святилища в палатках. Мы не знаем, шепчущиеся ли это делают, или может быть даже один из наших героев. Здесь, кстати, вполне себе можно вспомнить про тот самый заговор Мэгги, Иисуса и Дэрила, и такие убийства были бы вполне в стилистике злой вдовы, особенно тех спасителей, что были ближе всего к Нигану. Логично, что спасители, видя этот беспредел, захотят защищаться, но Рик откажется отдать им оружие. Потом, вероятно, у них и начнется что-то вроде небольшого конфликта с Риком, и, скорее всего, своеобразным лидером общественного мнения выступит новый персонаж для нас. Джет. Спойлерщики говорят, что скорее всего это будет актер Зак МакГоуэн, который знаком многим по ролям в шоу «Черные паруса», «Агенты щит» и «Сотня». Джет скорее всего попытается напасть на Рика, но в самый нужный момент пройдет наш Дэрил и буквально вырубит Джона ударом по голове сковородой. Да-да, именно сковородой. Затем спасители все же решат вернуться в святилище и лишний раз не нарываться. Пока это вроде бы все данные. Мне нравится эта вся тайная история с убийствами спасителей, прям детектив какой-то. Уверен, продюсеры сразу же нам не раскроют эту интригу, и мы будем гадать до мид-финала буквально. Местные ли это делают, или, например, новички? Я бы все же не стал валить все сразу на шепотов. Да, возможно, спасители организовали лагерь где-то далеко от святилища, и это как-то касалось территории шепотов. Но я все равно не верю, что шепчущихся нам быстро так представят. Если бы за шоу отвечал все тот же Скотт Гимп,
Apple, я был бы уверен, что он добавит нам в начале сезона каких-то новых своих врагов, вроде тех же волков, но у руля сейчас Канг, и она обычно не делала откровенно плохие эпизоды. Значит, давайте ожидать более интересное развитие интриги. Кстати, было бы действительно интересно, если бы в смерти спасителей оказался виновен кто-то из людей Мэгги, и это бы дало повод для конфликта ее и Рика. Все может быть. Кстати, вспомните, как это было интересно, например, в 4-м сезоне, когда кто-то подкармливал зомби рядом с забором. Но это были как раз те самые девочки. Однозначно пока и то, что никто не замечал на площадке кого-то похожего на шепчущихся или Альфу. Поэтому давайте пока не будем видеть привидений. Кстати, я еще натыкался на слух, что возможно на кастинге ищут на роль Магны персонажа мужского пола. Как вам такая замена? Ну а это, видимо, все, что я нашел на данный момент о спойлерах к будущим сериям. Посмотрим, что будет дальше. Пока что снимают еще 3-й эпизод, и я думаю, будет только интереснее. Ну а пока всем спасибо и подписывайтесь на канал. Всех благ, удачи! Yeah.